мы цифры Number Lord. Успей поставить лайк и подписаться на канал за 5 секунд. А иначе мы найдем тебя. И уничтожим. Время пошло. Раз, ням-ням-ням-ням. Два. Три. Четыре. Пять. Ну и, друзья, на канале Сирена Студио вышел новый мультик про Сад Банбан. Боссы Сада Банбан против монстров по и Playtime. Так что, ребята, если вы еще не видели, прямо сейчас же посмотрите, ссылочка в описании. Хейушки, ребята, всем привет! Ну а с вами снова я, Slack Must, и, конечно, Dark. И у нас сегодня, ребятки, будет новенькая прокачка, и сегодня мы, ребятки, прокачаем Number Lore. Ну а именно цифру 1, то есть цифру 1. Да, ребятки, сегодня будет прокачка, будет эволюция цифры 1 от 1 доллара и аж до миллиона долларов. И все это, конечно же, в игрушке под названием Garry's Mod. Всем хаюшки, ребята! Это, ребятки, на стадии за 1 доллар. Вот такой вот маленький One, да, маленькая единичка. Вот такой маленький ученый, начинающий какой-то ученый, пока что у которого вообще абсолютно нет никаких изобретений, ничего. Это, ребятки, уже продвинутый ученый. Видите, да, такой профессор уже. Со всякими изобретениями. Очки какие-то, какая-то пушка лазерная. Короче, ребят, уже какой-то крутой ученый. Ну а это его, собственно, есть изобретение, его разработки. Вот такой вот толстяк какой-то. Созданный, конечно же, на базе у ДНК, да. Вот такой вот клон One толстяк. Вот такой, ребятки, качок One. Такой огромный накачанный мутант. И огромный робот One, который вооружен такой вот огромной катаной. Ну и всякие там у него штучки, всякие плюшки, ребят, другие у него, конечно же, есть. Всякие суператаки и суперспособности, которые вы увидите, когда мы до него эволюционируем, да? Когда мы до него прокачаемся и за него поиграем. Но если вы, ребятки, хотите больше этой рубрики на канале, хотите, чтобы еще кого-нибудь прокачали, не знаю, Сад Банбан, у нас там тем более новые кошмарные боссы Сада Банбан появились, Алфавит Лор или Радужные Друзей или еще кого-нибудь, то давайте мы, друзья, наберем на этой серии 10 тысяч лайков. И тогда мы, ребятки, обязательно еще много всего, конечно же, крутого запишем, много еще, конечно же, кого прокачаем. Короче, да, ребятки, дерзайте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, а мы, друзья, прямо сейчас же начинаем наш сегодняшний выпуск, нашу сегодняшнюю эволюцию, погнали! Ну что, друзьяшки, мы начинаем! Вот такой вот One нас сейчас, ребятки, добудет. Сейчас давайте мы за него поиграем. Это, ребятки, стадия всего лишь за 1 доллар. И наша сейчас, ребятки, задача докопить, да, ребят, сразу же 1000 долларов. Не 100 долларов, а 1000 долларов. Ну, потому что, ребята, у нас сегодня всего лишь 5 стадий, и придется 100 долларов пропустить. Да и тем более, думаю, мы, ребятки, их легко довольно-таки докопим. Так, а ну-ка. О, спецназовцы. Привет, ребята. Ой, стреляют, смотрите, ребят. Так. На, получайте. На. Сейчас мы вас быстренько перебьем. Ребят, что это? Смотрите, у меня появилось. Пушка? Да ладно. А я сюда даже могу стрелять? Ребят, да, смотрите, быстрее. Мы их просто уничтожаем, смотрите. Обалдеть. Хо-хо-хо. Ты их аннигилируешь прям. Да, да, офигеть. Ребятки, давайте еще в городе найдем какую-нибудь группу спецназовцев или каких-то людишек и их просто уничтожим. Обалдеть. Очень крутая, ребят, пушка. Мне уже очень-очень нравится. Так, ребята, ищем людишек. Так. Они, кажется, где-то здесь. А, вот они! На! Друзья, просто обалдеть! Смотрите! Офигеть! Это просто невероятно, ребят, круто все выглядит. На! Вы понимаете, я, ребят, даже до них не довожусь. На самом деле, немножко странно, ребят, пушка работает. А, я понял! То есть, смотрите, если я даже до этого навожусь, да, но, например, будет самый ближайший ко мне другой, вот этот челик, да, вот этот чудик, которого вот мы только что завалили, то пушка стреляет, короче, по самому ближайшему, я понял. То есть, чем ближе чувак, тем, в принципе, быстрее в него летит наша пуля. Точнее, не быстрее, а первее. Все. Ребят, а ну-ка, издалека мы тоже, смотрите, друзья, просто можем издалека стрелять. Капец, кстати, пушка, ребят, супер-мега точная, ага, я понял. Капец, смотрите, здесь, ребят, спецназовец за стенкой сидел, или даже не один. На, все, готовы. Так. Ну и все, ребят, мы с ними со всеми разобрались. По-моему, довольно-таки круто получилось. О, ребят, да ладно, у нас на балансе 1000 долларов. Как раз сколько нужно. Так что, ребятки, давайте прямо сейчас же мы прокачаемся и поиграем за следующую стадию нашего One Number Lore. Погнали. Ой, все, ребятки, мы только что эволюционировали, и теперь играем с такого продвинутого какого-то ученого, профессора.
Смотрите, ребят, у нас какие-то очки появились. Ну, сейчас, ребят, поиграем, я думаю. Так. Я бы даже сказал монокль. У тебя же глаз-то один. Да-да, монокль. Очки в единственном числе. Так, ну и чё, где мои противники? Ну и да, ребят, как вы поняли по мультику, да, про number lore, про это цифры lore, про это one, да, единичку. Для него противники это как раз другие буквы. То есть, точнее, не другие буквы, да? Это было бы другие, если бы сказал цифры, это в принципе буквы, да, алфавит, то есть лор. Капец, не, ну мультяшные коты вообще ни на что не годятся. Давай кого-нибудь посильнее, а? О, алфавит лор. А ну-ка, ребята, стреляем. Минус one уже. Вы понимаете, мы их, друзья, просто растворяем. Обалдеть. Так. Ребят, кстати, у нас есть другие разные, по идее, атаки. Давайте их проверим. Ой-ой-ой, это что такое? Ребят, смотрите, обалдеть, что это? Мы можем что, все так буквы, что ли? Позаключать, серьезно? Ребят, да, смотрите. Ха-ха, обалдеть. Ну, конечно, не все буквы, да? Но мы сразу одновременно можем, ребят, несколько букв так позаключать. Прикольно, прикольно. Такие вот шарики какие-то. Такие сферы какие-то непонятные. Так, из которых они, конечно же, не могут выбраться. И при этом мы по ним стреляем. Ну, короче, да, ребят, очень-очень продвинутый, видите, ученый. Очень-очень мега продвинутый ученый. Так. Ну и, друзья, сейчас, да, мы играем, получается, за вторую стадию, за 1000 долларов. И наша, друзьяшки, задача накопить 10 тысяч долларов. Хотя, я думаю, с такими крутыми приспособлениями, да, с такими пушками, какими-то суперспособностями, точнее, это не суперспособности, да? Это у нас такие вот суператаки, да, у этой пушки. В общем, с такими крутыми изобретениями, думаю, мы, ребята, этого быстренько, в принципе, достигнем, да? То есть заработаем 10 тысяч долларов и прокачаемся до следующей стадии. Смотри, на тебя постепенно весь алфавит нападает. Да, вижу. У следующей стадии, конечно, ребят, нету вот таких крутых изобретений, да, всяких там пушек и так далее. Ну, только у робота, у самой-самой последней. Там, ребят, тоже очень-очень крутые всякие у него есть плюшки, штучки такие интересные. Но зато у них просто есть такая грубая сила, да? У толстяка масса, живот большой, а у качка просто большие мышцы и невероятная сила. Так, ребята, сейчас мы разберемся со всем алфавит лором. На, получайте. Давайте мы, ребят, некоторые буквы пленим. Все, забираем их с собой, короче. Так. Стреляем. Минус еще одна буковка. Да че вы тут ко мне подбегаете, а? Вы че думаете? Не-не-не-не-не-не-не, ничего у вас не получится. О, все, ребят, на. Все, сейчас, ребят, будет минус В-буква. Кстати, да, ребят, видите, мы их уничтожаем, от них даже тел не остается, капец. То есть они просто исчезают. От них, он, видите, только мокрый след один остается. Не, ну от некоторых букв, ребят, тела остаются, а от большинства, конечно же, нет. Все, готово. Мы, ребят, разобрались со всем алфавит лором. Вообще, да, ребятки, такой вот мега мощный ученый. Мы, кстати, друзья, заработали, да, только что 10 тысяч долларов. Офигеть, как быстро. Ну, конечно, ребят, с такими крутыми изобретениями, с такими крутыми пушками. Я же говорил, мы это быстро сделаем. И теперь давайте мы прокачаемся до следующей стадии за 10 тысяч долларов. Это будет толстяк One. Погнали. Ну что, друзьяшки, все, эволюционировали. Капец, конечно. Хо-хо-хо-хо. О, ребята, мостовые черви. А, эволюционировали или дошли до ближайшего Макдональдса? Да, или до KFC какого-нибудь. Ребят, что-то какие-то монстры Тревора Хендерсона, да, мостовые черви слабенькие. Давай кого-нибудь посильнее. Ой, от них, ребят, лагает, быстрее их убиваем. Ё-моё, как этих лагает. Не-не, не надо их, не надо их. Ну, мультяшки, да слабенькие, не надо их вообще. Они слабые. Давай кого-нибудь посильнее, Милкволкера, если даже и монстра Тревора, давай кого-нибудь Милкволкера или существо с проселочной дороги. Хотя, мне кажется, мы, ребята, тоже их довольно-таки быстро уничтожим. Костюммены, ну можно, но они тоже, мне кажется, слабачки будут. На, получайте. Ребята, о, кстати, Милкволкеры. О, посильнее будут ребята эти. Но, правда, тоже не особо сильные. На, все. Давайте, ребят, против алфавит лора подеремся. О, слушай, тут для тебя как раз в алфавит лоре есть достойные противники. Ну и кто же? А, толстяки. О, кстати, да, хорошая идея. О, ребят, как раз толстяк подерется против толстяков. И ты у них еду отберешь. А качок подерется против качков. Как раз тем более, да, смотрите, ребят, у них еда есть. Это хорошо. На. Да капец, блин, ребят, а что-то толстячки какие-то. Они слишком упругие, понимаете, я по ним бью. Да, и у меня просто удары рикошетят. И не могу им много, ребят, урона за удар нанести. На!
Ну да капец, они реально ребят сильные. Ну я думаю, они тебя атакуют всякими гамбургерами там и хот-догами тоже много урон не нанесут. О, смотри, уже двое, кажется, отлетело. Так что, ребятки, продолжаем бить их. Продолжаем. Сейчас, вот, кажется, еще один отлетел, да. Трое всего лишь их остается. Не, ну, ребят, толстячки, оказывается, не такие уж-то и слабые. Угу, так. Давай. Получай би. Все, ребята, би минус. И си, в принципе, тоже. А ну-ка, на контрасте, давайте, ребят, сравним толстяков, да, против обычного алфавитлора. Насколько, ребят, мне будет легче справиться с обычным алфавитлором? А ну-ка, ребят, давайте проверим. Мне кажется, будет намного легче с ними справиться. Так, а, ребят, да, смотрите, они уже отлетают. Буквально несколько ударов, и уже, видите, буквы поотлетали. Ну, капец. Так, вот F, правда, сильная будет, скорее всего. С ней, ребят, придется разобраться. На, получай. На, еще удар. Еще. На. Дарк, давай еще каких-нибудь букв алфавитлора. Мне нужны деньги, чтобы прокачаться, чтобы эволюционировать. А с этими буквами особо много не заработаешь. О, кошмарные буквы, окей. Хорошо, друзья. Кошмарные поприбегали. Капец, смотрите, ребят, Z кошмарная прибежала. Это не особо хорошо. О, они дерутся против обычных букв. Прекрасно. Отлично, я бы даже сказал. Так, ребята. Мы, кстати, ребята, уже почти, видите, перебили весь и кошмарный алфавитлор. Да капец, ребят. F до сих пор жива. То есть я уже перебил новые кошмарные буквы, да? А F до сих пор жива, обалдеть. Кошмарная F еще будет сильнее. Так, окей. Эту F-ку мы вынесли. Так. Ой, фух, ребят, наконец-то мы смогли ее убить. Что-то какая-то, ребят, обычная F оказалась слишком сильной. Так, ну и что это, ребят, получается? Это сейчас мы играем за стадию за 10 тысяч долларов. Наша, ребят, задача накопить 100 тысяч долларов. И мы, ребятки, накопили уже... О, нормально, 80 тысяч долларов. Отлично. Совсем, ребята, немного остается. Так. Капец, понабегало сколько, а? Ребят, смотрите, сколько кошмарных букв понабегало. Обалдеть. На, получайте. Они тебя отравили, посмотри. А, да вижу, да, какое-то отравление на меня наложили. А, ребят, дышать там нечем. Фу, ребят, что это за какое-то газовое облако, а? Капец какой-то, ладненько, все, разбираемся с ними. На, получайте. А, тихо. Что вообще происходит, а? Какой-то газ везде, дым какой-то. Да, какой-то, ребят, отравляющий газ они, видите, выпускают. Так. О, кстати, минус, ребят, еще уже несколько кошмарных букв. А, мы уже всех уработали, серьезно, остается только W. Но, ребятки, W тоже все уже отлетает. Все, готово. Ой, да, ребят, смотрите, мы накопили 100 тысяч долларов. Как раз то, что нам и нужно, обалдеть. Ну и теперь, ребята, давайте мы прямо сейчас же прокачаемся до следующей стадии. Следующая стадия будет намного сильнее, погнали. Ну и, ребятки, вы только посмотрите, мы наконец-то прокачались. Да, друзья, это огромный качок One. Вот такой вот огромный синий мутант-качок за 100 тысяч долларов. Ну и наша теперь, ребятки, задача накопить целый миллион. Да, ребят, 1 миллион долларов, чтобы прокачаться до максимальной стадии робота One, робота Number Lore. Ну что, вы, ребятки, готовы? Я уже лично готов кому-нибудь снести лицо. Так, о, радужные друзья. Давненько мы их, ребята, не видели. Смотрите, вот даже есть какие-то крупные, да? Видите, оранжевый довольно-таки большой, красный качок он стоит, розовый. Да и плюс, посмотрите, как их много. Ну чё, радужные друзья, идите сюда. Эй, ребята, я вам по секрету кое-что расскажу. Он не хочет с вами дружить. О, смотрите, сразу же разозлились. На. Хо-хо-хо. Друзья, смотрите, просто что мы с ними делаем, обалдеть. Всё, просто, ребят, несколько ударов. И мы вынесли всех, абсолютно, ребят, всех радужных друзей. Офигеть. Кто еще решил со мной подраться? А, алфавитлор. Хорошо. А может, давай, Дарк, не только обычный алфавитлор, еще давай супер алфавитлор туда же, да? Супер буквы? Ну давай, мне кажется, классная идея. Ну или же да подбогу к ним, к обычным буквам. Ребята, сейчас поиграемся, сейчас повеселимся. Смотрите, сколько алфавитлора. Я уже готов. Готов кому-нибудь ломать кости и конечности. Ну что, алфавитлор, давайте, идите к папочке. Он вас уже ждет. О, ребята, началось. Веселье, смотрите, ребят, идет полным ходом. На. Офигеть. Иксов, надо, ребят, иксов убивать. Тихо. А, смотрите, какие кстати, они наглые. Кстати, это же, по идее, твоя основная задача.
А, кстати, да-да-да, ты прав. На, получай, F. Так, ребята, уничтожаем эти буквы. Я, кстати, смотрите, ребят, X-а тоже вырубил. Так что все, я его теперь могу похитить. И ученый Ван будет доволен. А где настоящий среди всех этих тел? Хо-хо-хо. Ну, ты знаешь, я возьму всех клонов, и там уже, я думаю, ученый Ван на космическом корабле, на калькуляторе в космосе, я думаю, он разберется. Так что, ребятки, забираем их всех. И, в принципе, задание выполнено. Их сами захватили. А, ребята, что это там за звуки такие сзади, а? О-хо-хо-хо, ребят, смотрите, кошмарные буквы пришли со мной разобраться. То ли пришли заступиться своих, так скажем, младших братьев, да, за обычные буквы алфавитлора, то ли отомстить за них. Или, наоборот, они, ребят, знаете, злые, потому что именно я их перебил, а не они. А так-то вы помните, да, обычные буквы алфавитлора враждуют с кошмарными буквами, потому что обычные буквы — это что-то типа добра, да? А это, можно сказать, такое настоящее прям зло. Ну, в принципе, да, ребят, без разницы. Мне главное мышцы свои разбить и кулаки. Ну что, кошмарные буквы, готовы умереть? Идите сюда, к папочке. О, ребята, началось. Так. Ну все, все, друзья. Все, мы их всех перебили. Хо-хо-хо, это было прям очень-очень легко. А, ребята, а это там еще кто сзади? Серьезно? Русский алфавит лор прибежал? Ну, капец. Да не, ребят, это даже не серьезно, ну реально. Вообще, ребят, не серьезно, капец. О, да ладно, ребят, смотрите, еще кошмарные радужные друзья пришли. Так. Ну ничего, ребята. Сейчас мы с вами тоже разберемся. Ну все. О, еще, смотрите, троица осталась. Так. Главное, ребят, красного качка, конечно же, уработать. Он первостепенная цель. Ну идите, идите сюда. Куда ты убегаешь, а, розовая подружка? Иди сюда. Все, ребята, готово. Теперь бы точно со всеми разобрались. Хе-хе-хе. О, ребят, толстячки. Ну, вообще-то толстячки уже были. Ну ладно. А, ладно, ладно. Таких толстячков еще, ребят, не было. Таких больших и крупных. Это реально, ребят, смотрите. Мега толстячки такие. Большие, мощные. Вы помните, ребят, как мы с теми довольно-таки долго разбирались? Вот давайте посмотрим, как мы с этими разберемся. С более сильными, с более прокачанными. Офигеть! Это вообще, ребят, нехорошо. Ну чё, идите сюда. Серьезно, мы их, ребят, с одного удара, смотрите, просто всех поперебивали. Сдулись, как воздушные шары. Да-да-да, ребят, как воздушные шарики их просто поздували. Не, ну а кто-то сегодня серьезный будет, а? Качки! Качки алфавит лора! Да я думаю, ща, ребята, мы с ними тоже быстренько разберемся. На! О, иксы, иксы! Ой-ой, ребят, а иксы это плохо? Это реально нехорошо. Кстати, Дарк, а где Зет? Где Зет? Еще вроде-то Зет был. Он кажется, в доме, ребят, застрял. Где-то в доме, да-да-да, застрял. Ребят, смотрите, икс какой хитрый, да? Видите, ребят, какой хитрый икс? А ну иди сюда! Ах ты, на! Ребята, слишком много иксов. Я запутался, где настоящий, где нет. Ладно, перебиваем. Серьезно, там тебя не было? Да. А где ты? Вот, ребят, настоящий. Вижу, вижу настоящего. Так. Пробиваемся, друзья, к нему. Сейчас. Вижу его, вот он. Так. Иди сюда. Так. Да капец, друзья. Это будет очень-очень сложно. Так, сейчас, еще немножко. Да! Да ё-моё, ребят, сегодня как он мне не дает до себя дойти. Сейчас мы до него дойдем, друзья. Сейчас дойдем, зажимают. Ребят, просто капец. Это невероятно, ребят, сложно дойти до настоящего икса. Так, вот все. Он, ребятки, не успел перезарядиться. Все, фух, уничтожили мы его. Так, ну и вон там, ребятки, Зет у нас еще, качок Зет был. Где он, а? А вот он. Ё-моё, ребята, чё он такой здоровый? Капец, ребята, чё он почернел? Каким-то стал, походу, очень-очень сильным. А, ребят, больно бьет. Реально больно. На. Сейчас мы тоже, ребята, с этим качком разберемся. Он, видимо, помолился великому титану, и он дал ему сил. Видимо, да. Ай, бьет, смотрите, ребят. Капец. Так. Да ладно, что бьет. Он удары твои танкует, ты посмотри. Да, я вижу. Он невероятно, ребят, сильный. А чё он такой мощный, а? Да сколько можно? Ребята, чё это мы с ним справиться не можем-то, а? Тихо. Капец, какой он, ребят, сильный. Так. Куда он, ребят, телепортировался? А, вот он. Так. Бьём. Да сколько его, ребят, уже можно бить-то, а? Сколько уже можно? На! Наконец-то, фух.
Наконец-то, ребят, мы его уработали. Капец, он оказался реально, ребят, сильный. Ну что, друзья, мы только что накопили 1 миллион долларов, и прямо сейчас же мы, друзья, наконец-то можем прокачаться до максимальной стадии, до робота Уана. Погнали. Ну что, ребятки, а вот и максимальная стадия нашего Уана. Да, ребятки, это робот Уан за 1 миллион долларов. Ну что, друзья, ща поиграем. Нифига себе, ребят, что он умеет, видите, да? Он умеет, друзья, телепортироваться. Точнее, вот такие супер-мега-жесткие рывки какие-то делать, да? Ускорение. Также он, ребят, умеет, смотрите, вот такие силовые поля вроде создавать, да. Стрелять он умеет. Ой-ой-ой, не будем так пока что делать. Ну и, конечно же, всякие другие обалденные супер-атаки он умеет делать. Ну и, ребятки, против нас, смотрите, огромнейшая толпа качков. Качки A, B, C, F и Z. И сейчас еще, походу, в конце там X какой-нибудь, наверное, 100% будет. Ну, чё-то как-то... Чё-то какие-то не слабенькие, ребят. Вообще ни о чем. Мы, ребят, с одного удара, смотрите, просто любого выносим. На, получайте. Все. Дарк, давай, давай, еще давай икса. Заспавни прям целую толпу против меня. Ну, я имею в виду, сядь в него и клонов столько насоздавай. А, ребят, подожди, тут еще, смотрите, какие-то качки застряли. Ну, в принципе, все. Сейчас вот этого еще все, ребят, минус. Так. Садись какого-нибудь икса и делай то же самое, что ты делал против качка нашего предыдущего. Так, ребятки, отлично. Капец, конечно, что мы просто с ними делаем. Готово. Так, минус. Так. На, получайте. Это ты был, что ли? У тебя настолько, да, далекие удары, что достал меня убегающего даже. Капец. Ребят, просто жесть. Ну я знаю, кто достойный для тебя противник. Слушай, слушай, подожди, друзья, я еще хочу эксперимент провести. А давай еще раз против меня целую толпу качков выставь. А я, короче, ускорюсь вот так вот. А ну-ка, смогу ли я их всех убить? Одной такой вот атакой. О, это будет интересно. Интересный, ребят, эксперимент. Реально. Увидите, что-то робот прям невероятно сильный. О, ребят, смотрите. A, B, C, X, F и Z. Готовы, давайте. Раз, два, три. На! Ребята! Капец. Да, мы, ребят, всех вынесли, только Z каким-то образом выжили. Выжили после наших ударов. Не знаю даже как. Капец, ребята, сколько робот реально сильный. Так, ну что, давай по-серьезному испытаем нашего робота, да? Да. Кого предлагаешь выставить? Диджея-аниматроника? Кошмарного диджея-аниматроника? Или кого? Нет, все ерунда. Не, ну а че он такой большой? Мы на такое... А, ну ладно. Ты понимаешь, у меня катана, которая разрубала даже гору Титана. Какая-то, ребят, раскаленная, видите, катана, которая, походу, уничтожит реально кого просто угодно. Давай диджеев. Давай диджеев. Или лучше даже сразу кошмарных. И качков, ну, потом хорошо. Сразу. Они, ребят, просто довольно-таки сильные, вы помните, у кошмарных диджеев бесконечная регенерация. Они невероятно просто, ребят, сильные и регенерирующие. Вот, ребят, кошмарные диджеи. А ну-ка. Так. Ну, вроде живут. Живут пока что. Так, ребятки. Ну, кстати, смотри, с кошмарными диджеями не так уж все и просто. Как я и говорил. Ага. Ребят, они, смотрите, еще разлетаются у нас по всей карте. Вот, все, ладно, ребят, мы их всех порасталкивали. Давайте хотя бы с одним попробуем справиться. Ну, где он там, а? Застрял где-то, залагал. Так, так, так. О, ребят, убили одного. Супер. Так, теперь давайте второго. Так, бьем, 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 бьем. Да куда ж ты улетел-то, а, кошмарный диджей? Давай дерись. А постреляй, кстати, по ним еще. А, кстати, точно, ребят, всем про это забыл. Я ж стрелять могу. Ну, кстати, по-моему, выстрелы не так много урона носят. А, ну ладно, нормально, в принципе. Ребят, где-то еще два кошмарных диджея ходит, бродит. А, давайте подпрыгнем. А, вот вижу одного. И где-то, видимо, еще второй по городу бегает. Так, ребята, стреляем по нему. Вот, отлично. Стреляем, стреляем. Все, ребят, один минус. Так, и второй тоже, ребят, минус. Обалдеть. Хо-хо-хо-хо. Давай еще качка диджея напоследок. Ну, хорошо. Думаю, мы с ним тоже сможем разобраться. Хотя вы, ребят, помните, какие качки диджея мощные, сильные. Так. А, серьезно? Это мощные и сильные называется? Вы серьезно? Ребята, все, мы их уничтожили. Ну, короче, да, друзья, вот такая у нас сегодня обалденная серия получилась. Получается, сегодня мы, ребятки, прокачали Number Lore, да, Уана от 1 доллара и аж до миллиона долларов. Это, друзья, по-моему, получилось просто невероятно круто. На, получай 3-хед. Сейчас мы, ребят, еще и 3-хеда качка уничтожим, конечно же. Это качхед уже какой-то, не 3-хед. Качхед, да-да-да. Стреляем по нему.
Ну чё, иди сюда давай. Так, все, ребят, готов. Уничтожили мы его. Даже, ребята, его мы, в принципе, легко уничтожили. В общем, да, ребята, не забудьте, конечно же, подписаться на канал и поставить лайк. Вот такой сегодня мы, ребятки, специально для вас выпуск записали. Эволюция, прокачка Уана из Number Lore от 1 доллара и до 1 000 000 долларов. От маленького Уана до огромного робота, вот такого вот Уана. Ну, а с вами, как обычно, были я, Slake Must, и, конечно же, Дарк. До встречи, ребята, в новых роликах. Всем, ребятки, желаем удачи, до новых встреч, пока-пока. Всего хорошего, друзьяшки.